Это лок нам бы... Что? Сегодня мы идем с Краснодаром в 11 часов. Говори, нашего доктора. Вылезет? You and they smiling, thinking of kissing me in the room and keep trying. See this with heart, they gotta get my cash. Cause the crooked cop try to come up. На данный момент наша команда находится на перерыве в игре с Краснодаром. Честно говоря, игра меня очень напрягла, потому что она реально напряженная. Но девчонки стараются. Что еще сказать? Счет 0-0. Моментов мало, что у нас, что у Краснодара. Дуздор вообще разжигается как может, молодец. Где-то спасает, где-то очень напрягает. Но сейчас второй тайм будет, новые силы, вон там, покажите, разминаются девчонки. Сейчас на свежаках выйдут и покажут, думаю, более такой быстрый футбол. А мы пошли мячи подавать. Мы проиграли. Не пошло сегодня, не наш день. Но будем работать, будем разбирать ошибки и готовиться к следующей игре, соответственно, к следующему сбору. Поэтому я думаю, у нас все впереди. Вот. Все равно все молодцы, все умнички. Всем спасибо.